Щодо мотиву американців, Андрій Ніколая, дуже мені цікава ваша думка. Багато хто каже, це, це насправді ціна протистояння з Китаєм сьогодні США. Вони домовляються з Росією і готові йти на зустріч, Байден готовий йти на зустріч Путіну, аби не е, штовхнути його в обійми Пекіну да, і, і не дати створити там коаліцію антиамериканську зараз. Я не думаю, що е, китайські карти чи китайські мотиви здесь реально присутствують. Путин неоднократно заявлял и публично, и не публично о том, что он лично и Россия под его руководством никогда не займет антикитайскую позицию. Поэтому любые надежды Соединенных Штатов Америки или кого бы то ни было еще значит, принять участие в каком-нибудь американском альянсе, альянсе с американцами против Китая, это совершенно обреченная попытка. И никаких признаков того, что Соединенные Штаты, скажем так, этого не услышали, не узнали, этого не понимают, нет. Угу. значит, речь не в этом, не а в антикитайском. Что тогда движет Байденом, чем, а, чем венкоруется? Э, Где мне оператив кажется, это мировоззрение города? Байдена, личное мировоззрение Байна, для которого пожелание Путина просьбы Путина или требования Путина ложатся на подготовленную почву, которая есть у Байдена, но о которой, может быть, он не всегда готов публично говорить, потому что это произвело бы эффект разорвавшейся бомбы для американского общественного мнения. Байдену комфортно работать с Путиным. Ему приятно работать с Путиным. Ему интересно работать с Путиным. Он чувствует в Путине родственную душу. И поэтому ему очень хочется помогать Путину и делать с ним то, что делает Путин. Но ему по политическим соображениям, внутриполитическим, американским и международным. Трудно быть инициатором в некоторых таких международных инициативах. Он передает эту инициативу Путину и как бы сам соглашается. Ну, извините, вот тут, смотрите, у нас есть такая позиция Путина, но давайте мы как-нибудь поможем ему, уговор... согласимся с его предложением, найдем какой-нибудь компромисс и так далее. Ну, но то, с какой радостью, готовностью, скоростью он идет на любые пожелания, отвечает на любые пожелания Путина, говорит о том, что он внутренне не только с этим согласен, но это отвечает его глубинным интересам, его глубинным представлениям об о том, каким может или должен быть окружающий мир. Но мне чем что, что и Путину комфортно с Байденом. Песков видно. вышел, сказал, что мы задоволены черговым этапом переговоров. Ну, то есть, это вообще, да, это читается. Но мы видели, как они себя ведут оба во время этого видео, видео разговора, как насколько расслабленными, удовлетворенными являются обе стороны, особенно Путин.